Движемся по Народному проспекту города Владивостока. Сегодня мы приехали по работе в город Владивосток. Сейчас едем на АЗС. Нам нужно заправить наш автомобиль. Он находится на улице Луговой. Довольно-таки далековато. Движемся дальше. Погода сегодня во Владивостоке великолепная, просто великолепная. Сейчас мы ехали по улице Всеволода Сибирцева, а вот сворачиваем, забыл как называется, на какую улицу, честное слово, забыл. Ну потом прочитаю, напишу. Вот такой здесь резкий сход на этой улице. Сделали здесь разделительную полосу. Раньше здесь была бетонная бетонка. Вот там впереди море. Корабли стоят. Сейчас мы выйдем возле стадиона «Авангард» и поедем в сторону Луговой, потому что «Уссурнефтепродукт» находится там, АЗС «Уссурнефтепродукт», на которой мы должны заправляться. Ну вот, движемся. Ой, ну сегодня пробки, конечно, во Владивостоке просто обалдеть. Так, стоим на перекрестке, светофор у нас горит красным. Нам пока движение запрещено. Торговый центр «Авангард». Когда-то на этом стадионе был таможенный склад автомобилей, которые приходили из Японии и растамаживали здесь. Приходилось забирать отсюда машины. Ну, вот такое у нас движение во Владивостоке. Да, мы ехали во Владивосток со Спасска. Сегодня 3 часа времени, спокойно, не торопились. Температура во Владивостоке сейчас минус 2 градуса. Вообще комфортная, но есть, конечно, небольшой ветерок. Небольшой ветерок. А если бы не ветерок, я представляю, как было бы сегодня вообще хорошо во Владивостоке. Вот такие вот дела. Ждем светофор. Нам осталось 25 секунд еще, 11 часов времени. Все. Нам зеленый, и мы едем. Едем. Улица Светланская. Одна из центральных улиц города Владивостока. Ой! И тоже опять же есть бугры, небольшие канавки. Ну, немножко посмотрите на город Владивосток. Мы приехали из города Спасска по рабочим делам и тоже посмотрим. Ну, во Владивостоке я не был буквально месяца, наверное, два уже. Даже немножко соскучился по городу Владивостоку. Летом, конечно, мы бываем чаще здесь. Раньше приходилось по работе ездить 2-3 раза в неделю. Сейчас практически 2-3 раза в год, не больше. Город живет, трудится. Город большой. Военные стоят чего-то. Работают. Ну, машины, конечно, припаркованы везде, кто как может. Это целая проблема города Владивостока. А особенно в центре города, где-то припарковаться, это довольно-таки тяжело. Для меня всегда была проблема не столько съездить в Владивосток туда-обратно, проехать 500 километров,
А проблема здесь где-то припарковаться, особенно в центре города наше предприятие. Это довольно-таки тяжело где-то поставить свою машину, и чтобы потом ее не увезли на арест-площадку. Это была, конечно, целая проблема. Ну, вот едем. Сейчас будет площадь Луговая. Приближаемся к площади Луговой. Я надеюсь, что мы сегодня еще проедем на море, на набережную. Немножечко посмотрим набережную. Давай, 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 родной, мы тебя пропускаем. Водители должны уважать друг друга. Будем надеяться, что так и будет. Так, вот это и есть площадь Луговая. А нам нужно сейчас поехать направо и развернуться, чтобы вот поехать вот в эту сторону, куда камера показывает. И там находится автозаправочная станция. Ну, продолжаем движение. Продолжаем, продолжаем. Едем не торопясь. Здесь сильно не разгонишься. Кругом пробки. Владивосток — город пробок. Особенно, когда час пик. Заезжали в Владивосток через Зарю сегодня. Практически минут 40 мы двигались там. Вот видите, какая пробка. Никуда не денешься. Приходится стоять, ждать и потихонечку двигаться. Радует, еще раз могу сказать, что сегодня погода. По трассе мы ехали, были осадки в виде снега, были тучи, пасмурно, но приехал в Владивосток, здесь погода. Это радует, это радует. Главное, что нет гололеда. Если бы здесь был гололед, то пробки были еще хуже. А так, асфальтик сухой, двигаться можно без проблем. Что мы и делаем. Нужно быть очень внимательным. Так, 7 секунд, мы успеваем. Ну вот, мы объехали улицу, чтобы вернуться в сторону заправки. Иначе здесь было не повернуть. Теперь мы едем сюда. Буквально в нескольких метрах находится наша автозаправочная станция Уссурнефтепродукт. Уссурнефтепродукт. На нее тоже не так-то просто заехать. Нужно будет проехать сейчас, развернуться еще раз, а потом мы только попадем на нее. Так, заправим наш автомобиль. Я решил проехать на зеленый угол. Посмотреть на продажу авто. Это самый крупный рынок японских автомобилей в нашей стране. Едем мы по адмирала Кузнецова, по-моему. Здесь проживают наши родственники недалеко. Да, вот этот дом, вот красный. Вот этот красный дом. Крайние окна. Но, как всегда, заехать некогда. Дела, заботы. Мы движемся дальше.
Заезжаем мы на рынок. Как всегда, нет нормальных дорог. Есть только автомобили. Кругом автомобили. Идет торговля. Люди ходят. Мы видим полные клетки автомобилей. Видите, вон впереди то же самое. Это и есть зеленый угол, рынок подержанных японских авто. Автострахование. Все что угодно, все услуги предлагают. Вот стоят автомобили, готовые к продаже. Пожалуйста, кейкары, микроавтобусы, все что хотите. Басик. Сирена. Хонда. Все продается. Но машин много? Не знаю, говорят, машин нет. Машин очень много. Наверху стоянка забитая. Здесь вон забито все автомобилями. Народ смотрит, берут, берут. Движение есть. Движение есть. Ну вот. Мы вышли на улицу немножко размяться. К тому же мы где-то залетели в масло. Вся машина наша вон выпачканная маслом. Прямо ужасно. Завтра приедем, придется отмывать наш автомобиль. Прямо жалко. Приятная картина. Ну вот, кто-то погнал вон пустой вагон. Посмотрите, как много машин. Прям очень много машин. И аж наверху вон там на сопке. И здесь. Невероятно много автомобилей. Как всегда на зеленке. Ну все, поехали в город. Чуть-чуть посмотрели.